О, Денис, а мы в эфире? Я готов. У, сука. Потал. Ройсон. Да ты сука. Смалтхинг Сабринга. Considerable excitemento small villages. Смал. Это типа смол, типа запах плохой. Плохой запах, ну судя, плохой запах это консерабло. Типа плохой запах здесь, потому что плохой запах в поселке. Ну, вилагес, поселок. Это типа поселок, что ли? Это же ну, лес. А, вилаги это лес. А, нет, подожди, вилаги, это поселок, блин. Миссия. В смысле, как миссию взять? Миссия, и чё? Нихуя она не берется. Чё за прикол, миссия не берется? О! Ну да, ты видишь поселок, как я говорил. Поселок. Ля. Чел купается. В душе типа в ванне или что? А, джакузи. Бля, прикольно. Не, ну а что поменялось? Бля. Чем? Лё. Какой же ты, Эминема боится и трясется от каждого шороха, и ноты, похожие на его музыку с сливочностью, так и пахнет. Ля, челы, ля. Челу покосили. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Алло. О. Сундук радости. Вот тебе, пожалуйста, меч рыцарский сразу взял. Молодец, есть теперь чем защищаться, по сути. Вот так вот. Так, ты... И это hello, типа привет, брат. Попозже, типа, ты по партии собери свое друзьями. Или ты там, типа, ну, финал рэп. Типа, плей. Ну, типа, яйца.
Найти яйца надо. Финальная пасхалка. В смысле? Я понял, а мне надо пройти туда. Ну, типа... Как пройти? Оно не идет туда, ни туда, никуда. Ну не нажимается. Яйца искать надо. Куда направо идти? Это что, даун? Ну, типа, блядь, надо уходить отсюда. Мне яйца нужны, да. Взять надо. И яйца туда принести, потом кинуть их, чтобы пасхалка была. Там яйца написано надо. О! Тут какая-то карта нужна, чтобы открыть ворота. Вон, видишь, замок там какой. А как это открывать? Что тут сувать надо? Кнопка. Кнопку нашел. Чел, я кнопку нашел. Это кнопка. КУ, это кнопка переводится, долбоёб. Типа КУ. Видишь? Кнопка. Опа-лё. Типа не шуметь. Имеется в виду. Не шуметь. Я тебе сказал, что ты, блядь, тупорылый. Ты что, вообще, что ли, я так понимаю, с иностранными языками, блядь, ну, не разбирайся. Или что? Ты объясни мне, ты дурак. КУ, блядь, это кнопка. Тебе показать пойти, блядь, я кнопку сунул. И что? Тут закрыто. Ключа нету здесь. Ой. Уф, сука. Беги. Куда? Куда? Я тюрьма. Меня посадили как преступника в тюрьму, хотя я ничего не делал вообще. Да. Что-то открыл я. Thank you.
еще забрать? Это страшный дракон? Дракон. Ебать, тут драконы сейчас будут огнем, что ли, убивать? Привет. А, меняется, да, да. У меня нету ничего, не, извини, нет, я ничего нету. Извини. Братишка, подожди. Я сейчас тебя освобожу, дружище. Ты самый крутой здесь. Ой. А что это такое? А что это? Кнопки какие-то, что они делают? Открывает что-то. Ой, галушки. Галушки выкинулись. Галушки. Ливинг. Ливинг, блядь. Ливинг, ливинг. Коридор. Ой, блядь. Ты чё, сука? Тварина? Я понял, блин, теперь. Ух ты, золотой меч. Кул, бро. А, не леплю. Это можно тоже менять же. Да, да, менять. Ух ты. Чел какие-то туннели открыл. Ой. Блять, че ломать нельзя? А чела хоть убивать можно, или от него только бегать надо? А где он, кстати, делся? Сыкунишка. Это че? Ой. Ну хорошо, что хоть не выпадает ничего. Вроде как, ну да. Ну где ты? Не, блядь, ну да. Тут вопросов нет, чел ебенится. Ну так, порядочно ударил. Не, по сути, походу этого хуя убить-то надо, да? Вот этого, который меня бил, только что убивал. Или чё? Или выпустить всех челиксов? Мне кажется, надо убить его. Опа. Ну как, убил? Блять, не пойму. А чё он такой сильный? Может попробовать луком? Писал утром на потоке, ты пропустил. Да. Сколько трахался в BMW? Какую тачку брать первую до нуляка? Ну за 0К, конечно, не возьмешь никакую, тут, конечно, блин. Привет. В BMW ни разу. Привет, Сережа. У меня BMW ни разу, блядь. Сначала необходимо разблокировать iPhone. Чуть, блядь. Mm-hmm.
А что делать-то надо, я не понимаю, убить его надо или убежать? Я так понимаю, убежать отсюда нужно. Это ж типа тюрьма, из неё... Он бессмертный, ты его не убьешь. По дому много рычагов раскидано. Ты вроде должен всех их активировать. До 200к, да нет таких машин, нету таких машин. Да, блядь, иди нахуй, сука! Короче, блин, ладно, дайте спать, блин, что-то я же сонный какой-то, долго с вами просидел. Да, надо дайте спашку осуществлять. Все, точно пошел я. Надо еще посудомойку настроить. До свидания всем, пока-пока.